Давид у нас бедненький, он зарисованный каждый год. Мы его и чистим, стираем, красим. Когда я училась, это была моя любовь. Прям самый красивый мужчина из всех, которых я видела. И в носы в такие до сих пор я влюбляюсь, когда рисую чей-то портрет. И смотрю, ага, нос такой похож на Давида. Давид признанный во всем мире эталон мужской красоты. Его рисуют все начинающие художники на протяжении нескольких столетий. Анастасия во время учебы не один раз пробовала изобразить скульптуру. В 2007 году она окончила художественное отделение в Котласе. Но расстаться с любимой гаммой так и не смогла. Вернулась после обучения в Сыктывкарском государственном университете. Уже с образованием по специальности художественное народное творчество. Теперь она вдохновляет детей на стремление к прекрасному, как когда-то вдохновили ее. Это просто как будто каждый день. Ты даешь какое-то задание, тебе надо его правильно объяснить, вспоминаешь, как тебе объясняли. И бывает такое, навевает какие-то воспоминания, сидишь, грустишь потом, что ты уже не вернешься в это время. И как сейчас детям здорово, что они начинают, только набираются опыта. И воспоминания здесь в каждом углу. В школе. Анастасия Жук – активная участница выставок Котласского объединения художников. Она владеет несколькими техниками живописи и с удовольствием осваивает новое. Однако предпочтение отдает гуаши. Она удобнее, быстрее сохнет, позволяет выполнить работу в сжатые сроки. Больше всего люблю пейзажи, потому что там раскрывается весь мой цветовой спектр. Тем более у нас по России поездить и какие-то места запечатлеть – это очень здорово. Наш Котлас порисовать. Ну, разнообразия гораздо больше. Сейчас Анастасия готовится к новой выставке «Пленэр-2023». Там она представит серию пейзажей, нарисованных на Алтае. Выставка живописи и графики начнет свою работу 31 августа в городском ДК. На ней будут представлены более 100 картин. Все они – результат путешествий по России художников Котласа, Коряжмы, Котласского и Красноборского районов.